Утро доброе, ребятки. Мы недавно проснулись, и я в том, в чем была, пошла выгуливать собаку в домашних вещах. Потому что она уже стояла, ждала, бедненькая, и не было времени уже терпеть. Вот наша собачка идет, гулятельница. У нас сегодня достаточно пасмурно. А будет дождь, сказали, в 2 часа дня. Сегодня еще и воскресенье, и магазины не работают, все работают до 2. Поэтому нам нужно еще успеть. Я хочу купить шампунь для волос, а это нужно идти в центр, в магазин. И я хочу сходить все вместе в центр прогуляться. Даже... Что? На автобусе решили, чтобы быстрее было и так, не так устать. Потому что мы всегда, когда идем, очень тяжело. Да, папа тут работал. Классно. Ну и на автобус очень комфортно ехать. А там парковки нигде нет. Ну, себе в карманчик положи. Это же твой тикет. Парковки там никогда нету. Сейчас очень много туристов приехало, поэтому легче на автобусе доехать, тем более тут ехать вообще немножко. А Валик с Левом там стоят. Вот так. Да? Классно? Да. А Таня сейчас дома взял с собой снег, набрызгал все везде снегом. Баллончиком. И сам весь в снегу белым. Я тебя потрусила как смогла. Надо сейчас салфетки взять, чтобы руки вытереть, а то они все в снегу. Да, скользкие. Скользкие? Но самая маленькая. Смотрите, какая корзиночка у Дани. Маленькая корзиночка, да? Пойдем. А, кстати, да, мне надо найти... Сейчас шампунь найдем. Да. Да. А я тут где-то брала этот. И бомбочки. Ой. Бомбочки. А где? Кись, ты не помнишь, где я брала вот для бровей штучку, боже. Я не помню. Вроде бы там, но я туда с коляской не пройду. Тут так скользко. Вот мой отдел в шампуне. Надо выбрать правильный, да? Обалдеть. Еще нет такого, как мне надо. Я эту коллекцию для кудрявых волос использую. Я здесь еще нашла для головы, чтобы мыть голову. Я так хотела себе такую. Оно хорошо вымывает. Вот, возьму. И Даня с маленькой корзинкой. Так, пошла искать гель для бровей. Прикольное дело, да? Сколько стоит, интересно, эта штука? 3,50. 3,50? Немного. Вообще немного. Взяла я, в общем-то, шампунь. Другую чуть-чуть. Не для кудрявых. Ну ладно. Я думаю, будет хорошая. Мы, значит, вышли с магазина. Я взяла там по мелочи, в общем, всего. Вот, вышли с магазина. У нас начался дождь. Как я и говорила, в принципе, что он начнется. Сейчас еще зайдем в китайский магазинчик. Это вот там, где? Корова, там, где корова, да. Я хочу посмотреть себе шлепки. Не терпеть не могу эти босоножки, они неудобные. Я хочу, чтобы мне было удобненько.
пойдем. Стоп. Боже, как страшно тут ходить. Здесь вроде бы пешеходная зона, но ездят машины. Кого? Шлепки, акулы? Да господи, шлепки акулы, шлепки не акулы. А, вот, кстати, шортики. Даня, не он, да. Смотри. Да. Вот ему на выпускной нужны шортики такого цвета. Давай купим, пока мы тут. Давай. Какие будем цветом брать шортики? Самые розовые? А там три цвета можно. Розовые, типа, зеленые и желтые. Я помню. Круто, да? Да, прям магазин ядрёный. Да. Так что аж глаза выпадали. Ой, какие купальники. Я бы хотела себе такой купальник. Ценник у него тоже такой. Это только за бюстик 19.95. 90, точнее. Да уж. Сейчас выберем Дане шортики. В общем, ничего мы не нашли для Дани. Слишком большие там были шортики. А носочков тоже не было. Тоже больших размеров. Поэтому мне нужно сегодня заказать, чтобы оно успело прийти до 19 числа. 19 числа у них уже выступление. Сейчас, может, в ОВС зайдем еще. ОВС, да, и Бенетон. И там возле автобуса. Да. Сейчас зайдем, посмотрим, может, там есть что-то такое наподобие. Просто это самый такой яркий магазин здесь. Да, новый открыли. Не знаю. А, я себе, кстати, взяла такой топик, как у меня был, но у меня почему-то он слетает, растягивается быстро. А я взяла новый, посмотрим, может, он не будет так растягиваться. Но мне кажется, не будет, очень удобный. И стоил всего 5 с копейками. Классно. Уже горит, да. Да. Очень красиво. Супер. Туда возьму, да? Да. А да, этот уже на стены лезет. Это размер S. Я никогда в жизни не носила размер S. Сеньор. Сейчас еще померяю шорты и майку. Ты можешь вырубать. У меня тут, конечно, игрушки везде валяются, но вот я хотела показать, что взяла еще себе шорты и такую вот майка топ. Очень даже неплохо. Я настолько похудела, что могу позволить себе короткие шорты. Но мне еще надо подсхуднуть немножко, чтобы они хорошо на меня сели. Потому что 38 на меня размер огромный. Это вот как те шорты, которые у меня есть. А 36, ну так, нормально. Но можно еще немножко подхудеть, и будет хорошо вообще. А, еще хотела вам показать, что мы взяли в Друне. Я взяла салфетки, чтобы положить в коляску. Потом вот эта щетка, которая мыть голову. Хочу помыть, кстати. Топик, что я вам говорила. Такой обычный, черный, вот дома носить. Вот такая шампунь против перхоти. Бомбочка для ванны, для Дани. У них же есть ванночка с лемом. Даня взял себе такую вот помадку. Она у него когда-то была, я ее выбросила. Но он еще одну взял. Да. И взяла попробовать себе гель для бровей. Я не знаю, хороший он или плохой. Но хочу попробовать. Вдруг он будет держать мои брови. Потому что я брала L'Oréal. Они, по-моему, этот гель не держал. Вроде бы L'Oréal. И он не держал ничего. Поэтому беру разные. Так, это тут у нас обошлось все на 28 евро. Вот это вот. А, кроме без этого. А мы тут заказали доставку. Так хотим кушать. Я бы могла бы сама быстро приготовить покушать, но Даня захотел сильно бургера. Да, давай. У Дани... Отдельно, да.
И вот наша картошка. Потом бургеры. Трипл чизбургер, да? А, у меня трипл чизбургер, а у тебя чикен, да? Майо. Тут еще что-то. Картошечка еще. Надо отодвинуть. Вот. И соус. Буффало. А эти всегда идут картошки. И тут водичка. Сок у нас. Кола, да? Ты колу, да, взял? Ну да. Я не люблю колу. Оу, это тихо. Это разные. Не знаю, маленькая, большая. А, потому что я понял. Ой, я вот это снимаю иногда. У тебя трипл, у меня дабл, да? Да. Будем кушать, ребята. Всем приятного аппетита. А что у тебя там за игрушка? Ну покажи. Что у тебя там такое? А ну. Ну-ка, ну-ка. Вау, это что это такое? Бог ты мой. И тут это как в киндерах. И тут наклейки, да? Наклейки можно приклеить. Ну, вот так вот. Надо отсканировать код, и туда что-то будет. На рюкзак можно. Это Лем. Очень ему стало интересно, что у нас в стаканах. А я теперь не знаю, как дойти до тряпки, кисть. Я, конечно, все понимаю. У меня что, мокрая? Да, ты разлил. Ты разлил, да? Класс. Вот это да. Я только его собралась взять на руки, и он схватил этот стакан. Господи. У нас все, у нас дождик начался. Я так хотела, думала сегодня поубирать на балконе. Вот все, что тут навалено, вот это вот все убрать. Но теперь с дождем как-то уже не хочется. Вообще ничего делать. И дома тоже так темно очень. Со светом только нормально. Вот если видите. И там затянуло нормально так. Сейчас посмотрим, когда закончится. Не знаю, вечером думала здание пойти погулять. Наверное, уже никуда не пойдем. Потому что ливень. Вот кто это? Кто это тут ко мне стучится? Мама! Очень скучает за мной ребенок. Вот везде встает, вот везде, и скользит, и падает, и все равно встает. Боже, какой ливень сильный. С ума сойти. Это опять температура упадет, опять будет холодно. Классно. Классно, Алина сделала себе покупки, которые не будет носить. Еще стучит мне. А мы тут рисовать собрались. Поиграем. А что мы будем рисовать? Камень, ножницы, бумага. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Да. Да. Раз, два, три. Я тебя поняла. Давай. Что будем рисовать? Какой ты кисточка? Ты этой будешь рисовать? Да. Кисточка? Давай выберем сюда. Два цвета только, хорошо? Два цвета? Да, мы будем брать водичку. Я думала, мы выдавим разные цвета. Я хочу дом нарисовать. Ты хочешь дом нарисовать? Выдавливаем два цвета. Большой дом. Он будет для коричневый. Нам надо выдавить два цвета только. А я себе выдавлю. Ты себе выдавлю, а я себе выдавлю.
Вот такие вот у нас рисунки получились. Это Даня уже с папой вместе рисовали. Тот рисунок, который он нарисовал, он отнес соседу нашему. Побыли мы еще в гостях у нашего соседа. Напротив, прям у нас в квартире живет. Мы с ним познакомились давно еще, и вот Даня к нему периодически заходит и общается. Лем уже спит у нас. Я не знаю, я его уложила как бы поздно, в 6:30. И я надеюсь, что это ночной сон. Но это не точно. А еще Даня пошел купаться с бомбочкой, которую мы взяли. Сейчас покупается и тоже будет ложиться пораньше сегодня спать. Я уже домонтировала видео. Осталось совсем немножко. Выгружу его и сегодня ляжем тоже пораньше. У нас уже 9. Уже делать нечего больше. Поэтому будем мы с вами прощаться. Увидимся с вами завтра. Обязательно. И всем пока.